Мне было 11, и это было потрясение. Где мама? Она ушла. Я ей больше не нужен. И ты ей не нужен. Я всегда любил музыку. Не успеешь моргнуть глазом, как поймешь, что ничего не добился, потому что погнался за глупой мечтой. От кого ты бежишь? От отца. Напиши об этом. Попробуй выразить свою боль в музыке. Неизвестная история знаменитой песни. Ты голоден? Обед готов. Что происходит? Я хочу, чтобы между нами все было как прежде. Можно только представить. Сегодня кинопоказ в 21:00. Премьера на 4-м канале. Как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией? Тщательно мойте руки не менее 20 секунд. Используйте антибактериальные салфетки и дезинфицирующие гели. Воздержитесь от посещения общественных мест. Исключите объятия и рукопожатия. Соблюдайте дистанцию при личных контактах. Дезинфицируйте гаджеты и оргтехнику. Не трогайте лицо руками. Берегите себя. Телефон горячей линии 112 или 343-312-08-81. Вот надеюсь, ты поймешь меня, не осудишь.